если ты дерьмо, ты должен любить себя дерьмом, таким, какой ты есть. Это кто так говорил? Идущий к реке, соответственно. Что ты кушаешь? Да. Защику беру макарошки. А, давай. Давай на каменистый кинотеатр. Только смотри, если я Трэвис Скотт, то ты... Я Джеки Чан. Блин, если б скин Джеки Чана добавили, ядрить. Вот этого, знаешь, еще такого, ну, анимешного такого, как из мультика. Ты смотрел мультик Джеки Чан? Да, да. Старый вот этот мультик. Ё-моё, это же имба. Имба галимая. Да, это было прикольно, но что-то... Чего, блин? Ты что, с пушки ё... Да! Серёжа, тебя с пушки ё... Челик на пушке! Убей его, сука! Сидит, пытается меня попасть! Ну, он добивает меня другой, ну... Блин. Вот и полетел! Это вот этот? Да. Только не с пушки, пожалуйста! Лохматая ты... Это мистер. Мистер маленький. Маленький яичник. Оп. 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 Если бы он меня убил с пушки, ты не представляешь, сегодня я бы в игру больше не заходил. Вот я! Я тебе что говорю, шо не так? Я вылетаю, меня чел с пушки стреляет и попадает, я только вышел. Ты вышел из этой штуки? Да! Ну нет, сверху спрыгнул. А что, не можешь подобрать мне? Не понял. Ты-то кто еще такой? Пиздец, отсюда лесом. Это мой... Да забери, забери меня! Забрал я тебя, подожди. А, у меня нет патронов! Сосал данную игру, блин, с пушки. Яу, ребят, у меня для вас крутые новости. Недавно я решил попробовать для себя новую стриминговую площадку. Называется она Trovo. И особенность этой площадки в том, что упор и экосистема направлена именно на игры, а не на полуголых девочек в бассейнах. Почему я на... должен тут сидеть, народ развлекать, а кто-то сичку трогать? Мне, как стримеру, нужно прокачивать собственный уровень внутри площадки, чтобы достигать новых результатов. Ну а вы же, как зрители, можете поддерживать меня, просто просматривая стрим и накапливая некий эликсир. Это такая внутренняя валюта, за которую вы можете кастовать спеллы в чате, получать доступ к каким-то эксклюзивным фишкам на платформе и даже... выдвигать наш стрим в топ-площадке. Звучит это все очень круто, но в этом всем нужно разбираться. Не только вам, но и мне, как стримеру. Поэтому я решил попробовать подрубать каждый день стримы на Trovo ближайшую неделю. Надеюсь всех вас увидеть там в чатике. Поэтому ссылочка есть в описании под этим видео. Заходите, регайтесь, фоловьтесь на мой канал, накапливайте себе эти эликсиры, кастуйте спеллы в чате. В общем, вместе будем прокачиваться в этой площадке. Ну и посмотрим, что оно такое, это Trovo. Короче, жду вас всех по ссылке в описании. Я обещал, сам себе говорил, что я не буду юзать барабанный дробовик. И что по итогу? И кем ты стал? И кем я стал? Чёрт! Ёбаный! Сверху, сверху, типа. Да куда ты спрыгнул со своей этой... Помоги. Это бананчик? Это Ты же бьешь их, правильно? Потому что я не хочу сильно по этому поводу переживать. Ну пойдем. Ну пойдем. Ну пойдем. Пойдем. О, танки. Ну, я таких люблю, кстати. Вот обидно, что... Ну ладно, не обидно. Поднимайся, поднимайся. Он внизу, смотри. А он наверху уже, смотри. А тут нельзя строиться, я забыл, что здесь... Нет, нет. Ты меня спас. Я тебя спас. Сейчас я тебя переименовываю в спаситель, подожди. Спаситель. Там аптека сверху еще. Чилим. Так, аптека, мне не надо аптеки, я сильный игрок. Помоги. Для меня аптеки это что для... Не знаю, не нашел какой-то... Метафоры. Сравнение. Метафоры, да. Ты думаешь, меня почему назвали человек-метафора? Потому что... Не нашел. Где? Метку, он метку. Он носится как этот антилопа сраный. Вот, короче, сидит. Мистер Кал, вот он. Мистер Кал! Вон оно едет на машине. Оно едет, я знаю, я видел это. Так оно уедет. Ну это какой-то цирк уродов, я тебе хочу сказать. Возвращается, зачем возвращаешься? Кого, что, где? На танке возвращается типочек. О, давай мне его.
Давай его мне. Забираю, он полностью твой. Я прям в него влетаю. Я ему... Ты уверен? Нет. Да он белый, который за кабиной, поэтому, в принципе, я в этом месте мог быть уверен уже. Я с танком сражаюсь. Нет! Да резко в детках! Блин, тут вылетают пули! Быстрее! Помогай! Да помоги! Да помоги ты! Да я уже лечу к тебе, да не стреляй! Стреляй! Пощенокнул этого! Мокнул! Киса убей! За пушкой остался, но он такой, он сильный игрок. Давит меня! Он меня передави! Он белый! Оп-оп, здорово, братан! Нет, не взрывай! Ору! Но я сражался как лев. Да помоги! Можно, знаешь, на дирижабль сесть. Если здесь зона будет, на дирижабль сядем, окей? А вон, глянь, это гном! Я на него. О! Тогда сейчас... Ну давай, хорошо. А можно? Не попал чуть-чуть, ты представляешь? Я прям четко за тобой. Оп-оп-оп-оп-оп! Я его подкинул, я его забрил. Перебрить, как же неудобно ползать. Не, он никуда не улетит. О, автомат. Ой, золотой! Какого? Еще что-то кто едет. А вон приехала. Ой, хороший это автомат. Да, я с ним. О, все, забирай себе, я до семерых с них сейчас выбью. У них вот там этой штуки прям мало, этой шерстяной, этой падалюки. По коленке его брей. Найс. У него калаш. Блин, у него, к сожалению, калаш. О, ля! Я буду знать зону. Кстати, что по зоне? Зона в тильтах! О, зона в тильтах. 17 ремейн еще, давай. Чел! А я могу знать следующую зону, кстати. Где? Зона в тильтах! А следующая зона прямо у нас будет, да? Вроде да. Подожди, ну проверь. Ну, может я дурачок, может я не разбираюсь. Да, ты дурачок. Ладно, зона вот здесь следующая. А как ты понял? Ну, красная зона отмечена, ну прицелься, посмотри. А, ну да. Ты его убил. Ладно. Там еще один, это разные тимы все это время были. Ля настроил. Нет, это мне не нравится. Но мы в принципе пока что чили. Ой, я же... Кто по мне стреляет? Ты охренел? Он еще умудряется по мне стрелять. Слышь, вон оно. Где оно, где? Оно вот там. Вон оно бежит. Бежит, крадется. Он меня... Я тебе, падла... Можешь всыпать ему стеноптика, пожалуйста. Я тебе... Слушай, я тебя сейчас постреляю. Ты куда стреляешь? Вот, смотри. Очень много. Он очень белый. Ах ты, какой же ты ублюдос. Да, вот я про того, да, типа? Ну да. Таких у меня называют просто Шишкин лес. Я бы вот этих вот бы забрал паучков, потому что я их прям... Да! Кто? Ну то! Я предлагаю, надо вылетать отсюда уже. Все, я не могу здесь находиться. Здесь, ну, тошнотворная обстановка. Я бы, ну, первым делом, естественно, паучков... Хотя паучки, наверное, не в зоне, да? Они в зоне? Давай они паучков, зоне. Давай. Ну, паучков, в принципе, можно реально. Да? Надрючим их. Тут сотку ему прям впаял, ровно 100 причем. То есть вымерил урон. Ля наяривает. Одно нокнул. И еще внизу. На мне. Ну мне опять тот, наяривает, чел. Да ну он меня задолбал уже. Я не знаю, он меня уже харит. Это просто, это крип. Ну да почему, ну хотя очевидно почему. А, да ты посмотри, как он стреляет! Он гений игровой! А вот лянь выстроена, смотри, выстроена уже, поджидают нас. Да вот. Битка какая-то. А давай вот так сделаем, сейчас подожди. Вот так, за мной готов? Да. На них? Да. Не, нам зона, надо в зону. Так это зона, это ХГ у них в зоне еще. Я забираю у них ХГ, короче говоря. Поднимаюсь к тебе. Я у тебя. Наслаждаемся жизнью здесь. Есть миники? Он поднимается. На мне челы. Он поднимается, да. Миники есть на. А вот, лень. Он вообще что-то не выкупает. У него прям очень мало ХП. Ну давай, свой автомат задействуй, пожалуйста. Все. Это готовый. Найс, хорошо. Рыб, пусть его забираю. Все, забираю, хорошо. Подожди, а что тиммейт? Ты забрал того тиммейта его? Нет, тиммейт внизу еще бегает под нами. Нас били, ну все, ГГНТ. Ну, нет. А вот чел. Все это время он просто сбивал. Ты прям на дирижабле или, ну, внутрь, да? Тут сюда. Да, внутрь, ниже, как всегда. Ёб твою. Глянь, человек на каком-то справа, смотри, на чем он летит. Ну, к сожалению, один ХП я оставил. Иди, заползи сюда. Спасибо. Сверху, надо, да, вот здесь. Иду.
Вон он. Нокнул одного. Было бы сейчас прикольно, ты бота запределил, он просто мне 150 урона дает. И убивает, такое было у меня. Реально? Тиммейт запределил бота, и он меня нокнул. Белый? Белый еще, еще 30 белому. Убиваешь, правильно? Это Мендес. Господи, я не понимаю. Что с этой игрой? О боже, что с этой игрой я не тебе так? Помог немножечко, немножко тебе помог. У меня! Не понял! Ты что забыл в нашей игре? Что? Что? Кто? Ах ты сутулый! Ах ты говнюк! Ну ты посмотри, на кого ты контракт взял, ёкарный бабай! Ах ты подлец! Ядрил! Ты что? Я не понял. Ядрил! Ты что делаешь вообще в нашей игре? Я не понял. Вот сутулый, а? Типочек, беленький прям, нокнул одного, и тут еще бегает. На танке внизу. Понял, вижу. Ой, дуло сломал. Такое бывает. Блин, он сейчас... Он поднимет сейчас нокнутого своего здесь, если ему не мешать. Оп-о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 п. Погнали дикраза просто на танке, развалим, я предлагаю, вот что он. Согласен. Поехали. Я знаешь, что он творит? Он фармит ресы, чтобы сердечко нам строить. На-на-на! Что он написал? Он написал трио. Хуи! Дикраз, что ты стоишь? Мы трио играем, или дуэ, или дуэ. Помогай, ты ядри. Один хп. Так, а теперь с вот этим вот мужичком разберется, так сказать. А ну-ка стой, не. Ну я ему нормально прописал там 60-70 урона. Ну это правильно, правильно. Что, но он сейчас еще нам что-нибудь построит, ты же понимаешь, да? Чтобы не расслаблялся, правильно? Если он вот эти вот молотки перевернутые будет строить, что мы с ним сделаем? А запихнем ему один из таких молотков. О, это ты, кстати, прикольно придумал. А у тебя есть сварочная пара? Ну я ж всегда, я ж сварщик. То же самое, знаешь, что у прохожего спросить, раз его гаечный ключ. А прикинь, идешь по улице, знаешь, как бабка проходит, ты ее спрашиваешь, извините, да гаечный ключ не найдется, она тебе достает из сумочки гаечный ключ. У него сварочный аппарат, подожди, он как раз таки та самая бабка. Ой, я его случайно пи... Спасибо. Сейчас он дочинит. Он меня варит, он меня варить собирается. Ну все, спасибо. Ну все. Ну я варю. Ты давай не будешь, ёкарный ты бабай. Топлива мало. Все, я от него избавился. Можешь как-то это... Приструни все равно. Очень много, очень плохо машина. Вот. О, я как умею, смотри. Бля, ты вообще жестко. Белый. Еще. Белый. Сейчас нужна более выгодная позиция, соответственно. Я был в Ultimate играл, я знаю все позиции. Нокнул в куст. Хорош. Что ты есть? Вот здесь, смотри. Справа. Машина. Вот здесь, двумя. А, о! Взрывай заправку. Нормально. Продолжуй. Белый. И вот этот файтер, оп. Белый. Оп, еще. Давай, оп. Сзади. Вышел. О, тут улетает. Я вот один. Выйди ко мне, чтобы я тебя видел. Вижу, выйду. Меня кто-то левый вообще стреляет. Получи в кабину себе 35 урона. Гони! Два хеда дал здесь. Хорош, лучший. Танкист во вселенной. Я никогда не думал, что тебе это скажу. Ты лучший танкист, который я видел. Ща, мы их заядрим. Бежит он там. Сзади. Ёкарный бабай. Он тебя. Выйди. Что-то как? Ну в смысле, блин, меня вообще глупо очень откуда. А я не по... Я... Как тебя убили? Ну вообще откуда-то, вообще с какой-то стороны просто два шота мне дали в кабине, я умер. Сверху двое. Сверху пи***. Я бы сказал. Да? Там человек 10. Реально? Там просто пушку сломали мгновенно. Ух ты, танк. Ядри. Да ну! Да я могу попасть или нет? А, я ж строиться могу, ёб твою. Ты не забывай, что строиться можно, это Fortnite. Да. А кого где убили, я вообще не знаю. Сверху, походу. Иду. Одно бы еще убил, нет, его застилит. Не попадай вообще.
белый. Найс. Танк ездит, надо танк сразу, мне кажется, снять. И вот тут типик хилится, слышишь, на детской площадке? Он белый, он очень белый, очень белый, очень один шот. Нок. Добить можешь сразу? Нык. Добиваю, добил. Найс. Он сидит. В тапочек ему попал. И танк на них есть. Смотри, давай на... Танку по водителю, 42, белый, 1 хп, блин, опять остался. У меня пуль нет. Вот тут челик, да? Они убили, скорее всего. Вон они, в танке. На мне, в смысле? А, есть, все окей. Он снизу. Белый. Да я не могу. Я ручился ходить, прости меня, пожалуйста. На мне. Найс. Давай наверх поднимемся. Давай наверх. Там драки, слышишь? Вот на мне. И тут прям помогать надо. Понял. Дал одному 100. Еще 100. Я с другим. По второй щеп. А, вижу. Поднимаюсь. Офигеть, они все ресты тратят на этот файт. Белый. Ой, фул белый. Фул белый, 1 хп, да как второй, откуда? Я его не увидел даже. Хорош. У того вообще нет хп, чел. Хорош. Лучший. Тип. Где? А, вижу. Не попал. Человек пока нарезал прям вообще. Он в испуге бегает. Ну тут же пинг решает в этой игре. Что происходит? Ламу он и желудок. А в ламе ж, наверное, ресурсы ж, скорее всего, есть, правильно? О, ресурсы! Я давно их там не видел. Ресурсы ядрить! Ну тебе не нравится, да, игра? Это все уже, Fortnite уже не тот. Fortnite со стройкой уже не тот, говорит. Это интересный файт. Такого файта я еще не видел. Оо, ля, в натуре. Подожди. Вот, а ты надо было насчет 3 начать. Сори, бро. Белый. 1 хп, 1 хп. Улетает, да. Улетает 1 хп? 32. Нок. Ой, новая ППшка. Вот тут типа. Один поднимается к нам. Я иду к тебе, я тоже поднимаюсь. Так что давай. И я его наядрил 3 раза, наядрил. Он упал, один упал. Он раскрылся. Да, он раскрылся. Что? А ты... Подожди, я двоих! Смотри, как это выглядит со стороны. Взлети сейчас на это. Посмотри, как. Подожди. Что происходит вообще? Подожди, они вдвоем упали? Да, один упал сначала сам. То есть, он, короче, на своего тиммейта нокнул, а потом ты его второго убил еще. О, ну типы наверху там. Где? А там. Только не нападай на них. Все, я ушел. А меня другой кто-то нашивает. О боже! Чел! Ты много дал очень. Не умирай. А, ну тут другой. Хорош. Он не стреляет. Да, я видел. Чтобы не потерять связь, обязательно подпишись на Telegram. Ссылка в описании.